находимся на площадке Москва Бар. Смотрите, как здесь, значит. Смотрим, как здесь. Вот так вот. Ты знаешь, ты по плечи просто. Вот. И мы ждем, пока все придут, и мы наконец-то начнем уже чекать. Мы только поставили драмшилд, это пока все, что мы успели сделать, и немножечко отчекать Неаполитус, чуть-чуть, но теперь все надо по новой начинать. Че, как там? Настроение-то вообще норм? Настроение отличное. Прекрасно. Почему вы говорите? Активное у вас какое-то настроение, ребят. Танцевальное, так сказать. Trees get small again. Let it snow, let it rain. I'm coming home. Life, oh my life, I'm coming home. You came out to me, and I know there's no reason to take another breath, 'cause you were still the one to. Раз, два, три, четыре, раз, два. Все, отчекали все две группы, и сейчас мы идем искать Вову. Но звук неплохой, да, Егор? Звук говно. Так, наш манагер говорит, что звук неплохой. Все отлично. Да. Все очень круто. Смотрите, кого мы тут встретили. Теперь тебе придется просто, или ты и так идешь? Смог. Ты идешь на концерт? Да, конечно. Ура, он идет на концерт. Это вот когда бэнд разгружают себя. Это когда невротики. Год, когда целый год не ходит на венчур и теперь не умеет отжиматься. Очень плохо. Блин. Что, приседать, да, надо еще? Не порти мебель, пожалуйста. Ладно, я пошла. Нам говорят, что нас совсем не видно, но нам все равно, потому что прямо сейчас мы выходим. Thank you.
Прошло вроде очень здорово, какое-то у меня слишком спокойное состояние. Наверное, я переждала этого концерта, и поэтому сейчас я просто такая... Она такая, но прошло все здорово, к сожалению, Вова уже уехал, все уже такие уезжают. Вот, там он Антон Лыньков. Антон! Все было очень здорово. Мне не надо ее так. Ладно. Снимай. Камера пишет. Все было очень круто. Вот. И много очень пришло народу. Жалко, что все разошлись, и теперь я не могу всех вот так собрать и сказать, типа, да, ребята, спасибо, это было круто. Вот, к сожалению, так я не могу сделать. Но я могу одна это сказать. И вот Даня подтвердит, что... Да, хорошо. Вот. Все, мы пошли дособираться, и, возможно, куда-нибудь пойдем чилить. Вот. Говорят так вообще? Да, говорят. Ты пока. Такой мне фокус.